И сегодня социалисты вышли на протесты. Манифестации в поддержку Игоря Дадона и против нынешней власти прошли у парламента, правительства и СИЗО, где содержится экс-глава государства. Люди выразили возмущение вчерашними событиями и выступили за улучшение уровня жизни в стране. В ПСРМ утверждают, что намерены протестовать до победного. «Долой диктатуру, требуем справедливой юстиции». Под такими лозунгами прошли сегодня протесты, анонсированные вчера социалистами. Главная их цель, заявленная накануне, требовать справедливого правосудия и освобождения Игоря Дадона. Люди охотно поделились с нами своим видением относительно вчерашних событий. Это все фейк. Я имею в виду то видео, появившееся в интернете с 2019 года. Это все подделка. Когда Дадон был у власти, я не видела с его стороны предательства Родины, как пишут сейчас. Знаете, за что Игоря Дадона арестовали? Ну, они сфабриковали, наверное, все это. И то, что говорят за 4 пункта, которые... Ну, они нашли у него дома и деньги, и квитанции. Что думаете об этом? Не знаю. Манифестанты также высказались о необходимости улучшить жизнь в стране, отметив, что существовать в Молдове на мизерные зарплаты и пенсии невозможно. Чтобы пенсии были хорошие, чтобы продукты не дорожали. Ревеним ла прецу. Давайте посмотрим на цены. На газ, на топливо. Цена за 1 литр уже перевалила за 30 леев. Так у нас инфляция какая сейчас. Встретили мы и скептиков, которые не особо верят, что протестами можно что-то изменить. Протесты были и будут. И думаете, поможет что-то изменится? Ничего не изменится. Знаете, есть такая молдавская присказка. Тендалы спрашивает Пакала: если бы у тебя был мой мешок с деньгами, что бы ты делал тогда? Тот отвечает: я был бы таким же богатым, как и ты. Так что такая же система. Люди признали, что на протест приехали на транспорте. Кто-то организованно, кто-то, дескать, за свой счет. Коврат. С кем-то на машине, на автобусе. На машине? На автобусе приехали. Много людей? А? Много людей? Есть, есть. На своей машине добирались за свой бензин. За справедливость. За все свое. Заприметили мы среди протестующих и нескольких несовершеннолетних. Вы на протест приехали? Да. Вам есть 18? Да, есть. А вам? Мне нет 18. И с кем вы пришли? С ним. Я не хочу разговаривать на камеру. Присутствующий на протесте Богдан Цирдия прокомментировал цель манифестации, а на вопрос, почему здесь и дети, отшутился. Мы хотим добиться справедливости, хотим, чтобы эта власть ушла, желательно в тюрьму. Думаете, помогут эти протесты? Конечно, да. Я и говорил ранее, справедливость есть, но за нее надо бороться. Видим, что среди протестующих есть и дети. Не должны ли они быть в школе? Я не видел здесь детей, не знаю, откуда вы это взяли. Есть, мы сняли на видео. Так вы же их и привезли. После манифестации у парламента и правительства сторонники и члены партии социалистов переместились к зданию управления полиции Кишинева, в изоляторе которого содержат экс-президента и почетного председателя ПСРМ Игоря Дадона. В пресс-службе правящей партии «Действие и солидарность» на нашу просьбу прокомментировать сегодняшнюю акцию протеста отметили, что воры и коррупционеры, разорившие страну, должны быть наказаны по закону. Страна должна быть очищена от политиков, которые на протяжении многих лет действовали исключительно в своих личных интересах. В то же время нам нужна сильная система правосудия, которая обеспечит прозрачность для всех в суде и доведет дело до конца, отметили в ПДС. Социалисты же заявили, что намерены протестовать и дальше, пока их не услышат.